Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. У нас сегодня идет дождь, и не только сегодня. Начался он ночью. Но я пошла кормить собачек и заодно показать вам, как буйствует лилия. Не хотела, думаю, будет солнечно, покажу. Но просто спускалась вниз. Вот, хотела снять вам с витража, с площадки, но думаю, нет. Одену дождевик, кстати, сейчас я вам себя... О, какая я красота. В галошках. Ой, не видно галошки, вот. Вот так вот нарядилась. Пойду райдеру глаз промывать. Ну и немножко поболтаем. В общем, не могла пройти мимо. Думаю, нет, я все-таки возьму камеру и покажу такую красоту. Дождь так и не прекращается. А я вчера только все выплыла здесь. Земельку прорыхлила. Ну, в общем, вот мои цветочки рады. Сейчас у них их корешочком поступает кислород. И плюс еще дождь. И вот мои вот эти вот лилии. Вот смотрите, они просто буйствуют в этом году. Вот эти вот нежно-оранжевые лилии. Вот здесь бутоны, но, если честно, цвет вообще не помню какой. Либо желтые просто будут, но не похоже, что желтые. Вот эти-то видно, что они такие бордовые, они расцвели. И вот мой... Ой, не подберусь, как у меня тут все, конечно, густо насажено. И вот такие вот лилии начинают распускаться. Как уж они называются, не помню. В общем, вот, идет дождь. Пойду к своим питомцам. Они у меня даже из будки не выходят. Банда! Банда, я пришла. Ага, выходят. Банда, привет! На построение выходим. Смотрите, сколько налило у них. Сейчас покажу. Целую плошку воды. Вот такой дождь у нас. Ну что, банда, спали? Райдушки, сейчас глаз буду промывать. Видео муж, так Мэри ушла, не хочет мочиться. Райдушка, а ты стоять. Райдер, смотри на меня. Операции пока откладываются. Точно такие же нашли. У нее очень, ну, глисты в крови. Ладно, немножко выключусь. Да, Райдуша, лижет меня. Промою ему глазик, закапаю. А то мне неудобно. Одной рукой. Положила им корм. Так, эта коза не хочет. Надо убирать, значит. Сейчас он размокнет. Райдуш, кушай давай. Ешь, Райдушенька. Что еще в дождик делать? Есть и спать. Молодец. Умница, малыш. Умница, малыш. 35 килограммчиков. Нельзя тебе худеть. Надо держать свой вес. Да, малышок ты мой. Ой, блин, линяет. Мэрика, иди есть. Иди кушай давай. Мэр, завтракать иди. Иди, говорю. Иди, морда противная. Дай лапу. Молодец. А теперь иди ешь. Мэрь, иди ешь. Ой, скоро всех оперировать. По очереди, наверное, будем. Потому что как? Сначала один должен отойти от операции. Где-то держать ее придется. Потом второй. Мэрь, ты что, не будешь есть? Немножко положила-то. Ну ладно, здесь не намочат под крышей. Ладно, ешьте. Пойду домой делами заниматься. Так, дело, конечно, наметила на сегодня. Поболенько с вами. Дело на сегодня наметила в доме. Что такое настроение? Прям вот в дождик. Ничего не охота делать. А надо. Вот. Сейчас покажу у Газани. Газания все закрылись. Они же солнечные цветочки. Вот они, смотрите, все закрытые стоят. Как только появится солнышко, вот эти что-то тут решили приоткрыться. И все. Так, лианка, смотрите. Покажу вам лианку. Вот Алла вышла мочиться. Уже прям через плащ. Лианка вот такая она, пушистенькая. Крымская. Вот. Бутончиков-то пока еще вроде нет.
Должны бы бутончики быть. Нет, пока нет. Но она у меня подмерзла уже в эту зиму. Вот. Ну, вот так вот как-то. Говорю, вышла показать вам лилии. Так немножко поболтать. Лилии, конечно, красотульки. Пасмурно. Возможно, говорю, в каплях дождя будет видео. Ну, хотя не знаю. Вот. Огурцы вчера еще засолила. Баночку. Потихонечку солю. Какая-то гадина трескает капусту. Ой, это что у меня упало? Эй, милая, глядите-ка, дождем свалила. Ну ладно, сейчас не полезу. Капустину дождем свалила. Не полезу, потом надо будет окучить. Свеколка уже такая хорошая. Вот. А качельки не промочила. Дождин такой был. Нет, вроде. Чехол, смотрю, не промочила. Да вроде нет. Ну, если промочила, так высушим. Вот, все пришлось убрать от дождя. Саша ночью бегал еще. Теплицу закрывал. Говорю, Сань, он мне еще говорит вчера, давай теплицу закроем. А то дождь обещает. Я говорю, да ладно. Его уж не знаю, сколько обещают. И слышу, ночью начался. Говорю, Сань, надо теплицу закрыть. Он бедный, у меня весь мокрый прибежал. Лилейник тоже как красиво цветет. Ой. Кабачок надо бы уж снять. Вот кабачочек. Ну пусть еще маленький растет. Нет, кабачочки пошли потихоньку. Ладно, все потихоньку идет. Малинка начинается уже. Смородинку надо бы убрать красную. Вот она, красная смородинка. Много ее тут. Ух ты, как много. Не в дождь, конечно. Маленько подсохнет. Не уберу. Ну а что, и тепло, в дождь-то тоже гулять классно. Вот, маленько по шульке. А то мне тут в мае, что ли. Бабала, иди мне малины принеси. Я говорю, хорошо, Пашенька. Сейчас гоняю в Спар. Привезу. Ну, вон начинается малинка. Вот. Такие у нас дела. Ой, блин, ребятушки, промокла я. Ладно, так сегодня с вами. Поболтала под дождем. Всех люблю, ценю, уважаю. По возможности захожу потихоньку ко всем на канал. Но кому не успеваю, сейчас такая пора. Не обижайтесь. Пока-пока. До новых встреч.